Hablo con la. Это был епископ здесь, в Праге. И правитель Праги, типа короля, он потребовал его, чтобы его жена рассказала на тайной исповеди, она изменяет ему или нет. Тот сказал, что он имеет право тайной исповеди нарушать. И этот правитель приказал его утопить здесь, на этом месте. И считается, что те, кто прикасался, они обязательно вернутся на это место. Thank you.